Ребят, приезжая в Тулу, вы сразу окунаетесь в такую старину. Вот я сейчас просто иду, я не знаю, вот сзади меня видно асфальт весь потрескан. Смотрите, какие решетки, они более-менее новые. А вот это. Вы понимаете то, что вот этому дому лет, наверное, как 10 меня. Делайте выводы, ребят, но в улочки стоит заходить, и я считаю то, что это очень нужно делать, потому что именно если вы ходите по этим улочкам, то вы можете почувствовать на себе весь этот город и всю его историю. The time I lost, wish I had more. Your love, oh, I was living for. But now I'm reaching for the clock. Get my shoes on and I'm tying up the knot. Ребята, только что мы вышли из кафе. Называется Мистер Кап. До этого мы кушали в очень хорошем заведении под названием Лепим Варим, если я не ошибаюсь. Но все ссылки будут внизу в описании, так что все смотрите, я все прикреплю. Вот, что хочется сказать, сервис очень хороший, но места, конечно, очень мало. Мы пришли, и, знаете, мы просто зашли и поняли то, что мест нет. Вот, а потом, когда больше походили, да, увидели одно место, где женщина поставила на минутку сумки и свои какие-то, не знаю, принадлежности, типа куртки, шапки. Она на нас так посмотрела, типа, ну ты че, валяйте, да, ну мы ее, конечно же, подвинули, и втроем спокойненько сели и попили чаек. Кстати, сзади меня можно наблюдать флаг Российской Федерации, значит, колокол и город-герой Тулу. Вот, ребят, значит, продолжаем наш влог. Поехали! Ну что, ребят, день второй. Уже вышли, ну, точнее, не выходим из хостела. Я прикреплю ссылку внизу в описании. Никогда в жизни сюда не приезжайте, это полная параша. Вот, я не знаю, как мы сегодня прожили весь день. Всю ночь, да. Вот. Но сюда я точно больше никогда не вернусь и вам не советую. Сегодня по расписанию у нас Ясная Поляна и, может быть, какие-нибудь музеи. Ну что, ребят, мы уже приехали в Ясную Поляну на маршрутки из Тулы. Вот, нам, значит, обошлось в 24 рубля, что-то такое, добраться от Тулы до сюда. И по времени около 12-15 минут, что-то такое. Вот. Наверное, по моей одышке уже слышите. Но я так достаточно подустал. Хотя еще утро. Вот, но потому что мы шли, ну, практически уже дошли от остановки до вот Ясной Поляны. Мы, наверное, уже в нескольких шагах отсюда. Около минут 7. Вот. И что хочется сказать. Пока мы шли, здесь такие виды открываются. Ну, не передать словами. Это просто сюда надо приезжать и смотреть. Так что себе в своем бланке, куда съездить, ставите черточку. Посещаете это место и заодно посещаете Тулу. И вот двух зайцев убьете абсолютно одной пулей. Так что встретимся с вами уже около входа в Ясную Поляну. До встречи! Ну что, мы уже приехали, купили билеты школьникам бесплатно. Остальным там какая-то символическая сумма. Вот. Сейчас, значит, мы гуляем и наслаждаемся.
Огромное спасибо за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам не трудно, если вам реально понравилось это видео. Если что-то не понравилось, не надо, пожалуйста, ставить дизлайк. Напишите об этом в комментариях. Там, на такой-то секунде ты там не так смонтировал видео или еще что-то. Буду очень благодарен. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. И удачного вам времени суток. Счастливо!